Итак, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. Ну что ж, давайте ищем поезд. Я так и не нашел этот гребаный поезд. Где он? Где этот поезд? Ну, давайте сюда зайдем. Тут, скорее всего, что-то с вокзалом, да? Да, вокзалом идем. Вообще это везде было, в любой стране. Людское горе. Война вообще приносит только горе, а радости никакой абсолютно никому. Много жести. Очень много. Так. Ну, ладно. Я не знаю, где этот грёбаный поезд. Это, наверное, где-то чистим. Вот это. Или все-таки это в единице. А, на единице это не то. Вот он поезд. А как туда? А, вот он ты поездок. Поездок, поездок. Но это... Ну это не тот поезд. Классный поезд, конечно, но не тот. Здесь вообще ничего нету, да? А, вот как. Так, ладно, пойдемте. Может быть, это с другой стороны? Как-то. Опять будет руки болеть будут от этой жести собирательства. Так. В общем, хз. Хз, куда они этот поезд задевали. Может быть, он появится потом, когда мы это сделаем, да? Ну, либо основные там, либо... Какое-то определенное задание. Ну-ка. Ну, очистить стену мы. А, так он. Ну да. Это мы там, где были. А чё ты говоришь, что мы не можем его починить? О! То есть я просто не туда нажимал, да? А присесть я... Это... Надо же умудриться попасть, понимаешь ли, в эту... Так, или это с другой стороны лучше? Нет, пустой, что с этой? Это ж так мудрится поставить.
Так. Хоть бы дали вниз бы спуститься, что ли. Не, вниз тут можно, вот главное спереди можно нормально. Ага. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Пять колес, да? Колес. Создать либо купить. Ну, по поводу того, чтобы купить. Ой, себе. Хотя нет, почему? Мы можем, кстати, создать его, да? У нас материала-то, в общем-то, вполне хватает. Так, что у тебя еще тут? Ну, что это? Вы издеваетесь. Свалиться. Свалиться. Кровельное покрытие, значит, раз, два, три, четыре, да, четыре кровельное покрытие, окей. Завершение крыши. Хорошо, не вопрос. Так, давайте спрыгиваем, благо мы не убьемся. Так, давайте посмотрим, что нам нужно. Нам 4 колеса нужно. Раз, два, три, четыре. Кровельное покрытие. Раз, два, три, четыре. И завершение крыши. Так, давайте сначала к поезду. Это нам ничего не надо, нет. Вот будет приколка, если я его найду потом. Эти колеса. А, 5. Теперь это туда. Кровельные. 5. Ничего здесь нужно создавать. Отрыгивай. Отлично. Есть! Паровоз бежит, качается. И вздыхает на ходу. Эх! Так, сфоткал.
Ну, чего ты, блин? А, я не на те клавиши жму. Все, закрываем. Мы здесь сделали. Так, и у нас пошло кровельные работы. Соответственно, сюда. Блин, вот так я и знал, что упаду. Дедбычок качается, отдыхает на ходу. Ой-ой, доска кончается, сейчас я упаду. А где? Я помню, что что-то было. И все что ли? Я-то думал, здесь будет что-то очень-очень серьезное. Главное, чтобы у меня не сгорел суп. Ну, а пока он готовится, я решил записать. То есть построить что-нибудь. Пули. Так. Не хочешь, блин, как бы тебя. Так, что у нас тут? А, ну мы нашли какой-то плакат. Декорацию. Братца. Подожди, я убью братца. А, ну стену очистить. Виадук. Угу. Окей. Сейчас мы потом, да, найдем этот поезд. Я хочу все задания вообще сделать. Ну, максимально. Вот, потому что на предыдущий я, помните, да? Не обезвредил бомбу. А, хотя, блин, там хороший такой интересный был задание. Может подключать эти проводки. Как по мнению разработчика, я должен по одному крепить, вот, блин, всю херню собрать, да? Вообще, блин, 6. Да, все-таки это надо. Можно тебе как, блин, я не знаю, как это собрать все скопом, а? Ты что, так, давайте тогда. Да я пойду суп доготовлю, вот. Потом соберу кирпичи и продолжим. Во, как я сделаю. Так. Ну что ж, да. Супчик я почти приготовил. Блин, вся вода выкипела, зараза. Ну, пойду кирпичи собирать. Так, ну вот, собственно говоря, собрал я кирпичи.
Кирпичи. Идем мы с вами ворону. Да, нам нужен сварочный аппарат. Что газ еще нет. Вот было бы прикольно, если бы они сделали, знаете что, чтобы в горелке газ заканчивался, да, и тем самым нам нужно было бы заправляться, ну какой-то, да, заправку делать, соответственно, поэтому, ну у нас же там деньги, вот эти очки, да, ремонтные. Кстати, да, было прикольно. Так, ну да, этот запилить, спилим. Да, я в конце хочу, знаете, еще продать весь материал и посмотреть, что будет следующий на следующей карте. Хватает места, окей. Так. Надо его продавать. Далеко бегать-то, да? Ну тут металл остался, я металл не могу. Так, давайте продаем. Продаем материалы. Металл. Продайте. То есть сначала нужно что-то насыпать.
Давайте на создаем, не знаю. Потом подадим. Что-то я еще продал. Блин, что-то я продал нужное. По-моему, лестницу, да? Ладно. Так, эти номеры. Забрал, да? А, вот эту стену надо. Нет, слушайте, ладно, я не буду особо к ним придираться. Вот туда. Туда мы не можем, да? Не, упасть нельзя. А, металл. Да. Но это мы прям... Письмо на так собираем. Да, сейчас прикольно, если бы не хватит мне металла, то его придется заново покупать. Почему не доступно это? Типа это стоит, да? Ну так оно здесь и должно стоять. Все это так разбрасывается. Не дают мне. Так это не дают. А, нет, доски мы брать поможем. Будем штукатурить. Штукатурные работы мы провели. Так, вроде бы. Ну да, нам только осталось... Ага. Да, это хорошо.
будет. Колеса. Не, она, конечно, древесину это все пригодится. Так я и знал, что зараза это грёбаные колеса где-нибудь не обнаружатся. Продаем. А, демонтируем, кстати. Чем я? Блин, ну да, надо было сразу демонтировать. Раз 9. Сейчас там 4 рельса по 15, 45, 49 будет. Если опять же мне память не изменяет. Прокачки нет? Блин, мне это жаль. Ну да, у нас декорация осталась. Ну, сейчас мы этот мост доведем до логического завершения. У нас закроется задание, мы посмотрим, что останется. Да ладно. А, это, ой, блин, слушайте, ну это я уже все хватить, да. Стал. Это я уже устал. 4 на 15 60. Это я. Так вот. Ну, вы представляете, да? Только мне приходится иногда вот лишний раз бегать только за заря. Ну, вы, наверное, уж не на этой только игре, да, на предыдущих уже поняли. И надо, да. Раз, и потом забываю что-то. Декорация нам нужна. Соответственно, декорашн. Значит, мы забираем. Все это по максималке. А дальше. Ну, из-за этих. Так, хорошо. Я хочу вот такую что-то построить. О, да. Вот такое построим. Так, давайте, значит, там у нас будет 2. Итак, лампы. Лампы я вот такие куплю. И создам. Раз, два. Ага, раз. И хрен. Я лысым что создал, да? На без металла никуда.
Значит, будет 3-4. Дальше там будут такие скамеечки. Там одна. Даже три. На этих 4. Ясеня. Раз, два, три, четыре. Лайперс. Ну давайте настенную сигнализацию создадим. Да я что-то хочу тут создавать. Да, велосипед создадим, мы в этот раз его не создал. Есть один. Еще такой кустик. Вы что, правда, что ли? Так, сигнализация. Ну, тут все-таки поезд стоит. А? Велосипед. Ну, типа кто-то приехал, да? Нет, еще один. Так вот. Блин, неровно стоят. Окей. Дерево, дерево, дерево. Дерево. А, рубер. Да ладно. Вот с этим рубероидом. Так, это собираем. Это я просто себе повторяю, вы не обращайте внимания, я так про себя дублирую, чтобы... Да, чтобы все это... забыть. И не хватает. Не хватает, да? Хватает.
заново берем. По максимуму, чтобы не бегать. У нас вот металла нет, к сожалению. Если металл потребуется, то ну, значит будет бежать. Вау! Я правда нужен, даже длиннее. Даже длиннее. Что значит завершать? Я не знаю, что это такое. ХЗ. Мало скамеек. Давайте здесь скамеечку. Существо. Курильня. Да, сюда поставим еще эту. А что нельзя? Так. Два таких. Почтовый ящик. Ты. Ну, давайте создадем. Не знаю, что это такое. Но в стенд создаем. А, даже такой есть. Давайте такой сейчас создадим. Так, так, давайте сюда поставим. Сюда почтовый ящик. Нет, подождите. Ящик, почтовый ящик. Здесь. Здесь у нас где-то часы висели, да, насколько я помню. Да, здесь у нас курильня. О, классно, слушайте. Принесем перкери. Ну, хлебушек будет продаваться. Соответственно. Здесь поставим газетный. Ну, газетный киоск такой, да? Там эти клавиши, я думал, можно взаимодействовать, зайти как-то внутрь. Соберите одну. Так,
Здесь у нас будет. Так, ну что у нас по. А. Это было это мало. Мало-мало, да? Это было мало. Давайте бетонную парочку ставим, три даже. Давайте вот это создадим. Я сейчас, да, посмотрим, можно ли туда поставить это. Если можно, возможно, мы там украсим. Да. Ну, соответственно, поставим здесь вот такие штуки. Так. Сейчас надо прочитать. 3, 6. Да, там будет 5 точнее создадим. Так, далеко, чтобы сразу не ходить. Да ладно. Бесячие. Смысла в скамейке нету ставить. Кирпич. Сюда я тоже не думаю, что ну-ка. Да, здесь вход на станцию. О! Привет! Да не выполнил. Представить становится само собой умершим. Ваши нашли эти данные? Отлично. Дайте сообщить о родителям Карла. Ой, господи, как это... Пусть наконец узнаешь о подослушавшей дочери. Она страшная. Ну, это здесь... Ты же, лампу можно поставить? Можно. Ну, просто там нельзя поставить, поэтому вот здесь вот размещу их. Так, ну блин, ты почему ты убираешься, а? Не скажу, что я, блин, ровно сидеть добиться это проблематично. Вязки вообще никакой нету. Ладно, хотя бы... Так,
Сейчас так разместим. О, да, для службы. Так. Да, слова паразиты, я извиняюсь, но у меня бывает слова паразиты, поэтому лучше. Извините. О, и слова соответственно. Так, так. Бзинь, бзинь. Почему сюда не здесь? Маленькие чего-то. Вот что надо. Давайте раз, два. Ну, остальное мы придадим. С церкви это поставим. Ну, мы продадим. Статуя, блин. Статуя. Вот это забираем. Статуя. Давайте маленький фонтанчик создадим. Да. Что там нам дали? Ключи, да? Ключ. Создадим он. Не слушайте. Это ж сколько статуи надо фонтану носить, чтобы это покрыть. Дайте статую женщины еще. Хотя две, блин, надо было две. Повстречает поезд, да? О, я придумал. Да, женщины будут встречать.
спокойно, наверное, да? А? Машинистом, да? Машинисты вообще, наверное, просто такие, вау! Ехали такие, вау! Да... А, все, слушайте, закрыли все задания. Отлично, теперь нам нужно... Блин, где этот гребаный телефон? Блин, где этот телефон? Хотя, ну блин, ну что, ну сделали так, чтобы он подсвечивался, что ли? Так. Ну и как мне теперь? А вот он. Все. Слушайте, 5 звезд, отлично. Прям сделали шикарно. Ну-ка давайте посмотрим. Было до, соответственно. Посмотрим, что же стало сейчас. За того, как мы приложил я руку. А почему так грязно? Но все равно, да. Прикольно. Можно было бы под навес поставить как и всячины. Тут еще открывается. Или это то, что мы unload это. Да, это открылся. Новый лондонский сити переезжаем мы с вами, да, но это уже в следующий раз. Давайте начнем, чтобы она сохранилась. It shocks me to my core that the oldest parts of London didn't escape heavy damage from raids. Понятно, они сейчас могут опять же в английском. В здании в этом самом я не совсем понял, то ли это касса, то ли это... Ну, в общем, непонятно. У вас есть очки способности, которые можно потратить. А, то есть после завершения только. Ну, давайте вот это сразу же тратим. Так сказать, не париться. Вытащите автобус из воронки. Переместите самолет, разрушенный. Так, так. И очистить фасады, заменить трубы, заменить окна, брать и, соответственно, да, все. А, как это называется? А, перейдите к передней части тележки, выберите сырье, которое необходимо загрузить или выгрузить. Ну, ага. Подойди к тележке сзади, наверное, чтобы ее вести. Ага. Слушайте, а вот это классно. Вот это классно. Слушайте, а тебе с тележкой не так все просто. Окей. Так, мне вот это интересно. Подойдите к крану, нажмите, чтобы сесть с него, снова нажмите, чтобы выйти, поднимите, опустите крюк. Ну, и я с внешней стороны крана схватите его крюк, нажав объектов левой мышкой. Окей. Понятно.
Правда, я нифига не вижу. Так вот, наверное, да? Так, схватить крюк и, соответственно, его... Прощения, куда его зацепить? Ну, я так понял, что за эту зацепить, да? Во. Так, и... А, вверх вниз, все, я понял. Отлично. Ну, не такая сложная задача, да? Ну, вытащили, вытащили. Я думал, будет как-то интереснее, что ли. А куда металл-то делся? Чепись. Ну, вы помните, да? Мы на тракт, на бульдозере уже катались. Там можно это все заваливать. Как вы помните, да? Всякие вот эти ямы, траншеи, все что, воронки. Но прежде чем воронку закапывать, это вот как раз сейчас мы будем закапывать воронку. А потом, конечно, надо будет... А, тут еще хороший момент. Ладненько, надо заканчивать. Да, рушите бульдозером. Ну, можно бульдозером, да, рушить. Но это... по себе. Давайте сейчас вот это вот создаем. Используем ключик. Отлично. Вот. А теперь нам нужно это все, я так понимаю, засыпать. Заделайте дыру. Ну это я заделаю, так вот. Я так понимаю, да, ее надо бульдозером и... Он быстрый. Ну, остались здесь, да, осталось тут парочку штуковин. Можно, опять же, да, вот управляя краном, размахивать те шамбабы и ударить, чтобы разрушить его. То есть можно теперь взять кран, да, ну вот у нас самолет здесь еще нужно будет, соответственно, вытащить, порушить. Клепать, но это давайте уже в следующий раз, так что на сегодня все, пока. Пока, с вами был я, мастер квартиры 1. Ну, в общем, лайки, дизлайки на ваше усмотрение, и правильно, напоследок, как всегда,
Стига рейтинг, только в хорошей игре. Так что не переключайтесь, мы с вами скоро увидимся. Пока-пока.